Всем привет, я Димон, с вами «Факты от Автогода», а это значит, что сейчас за минуту мы назовем 5 самых главных фишек Exeed RX. Первое – дизайн. RX завоевал международную премию в области дизайна. За него, кстати, отвечает Стив Хьюм, и он крут. Второе – новая платформа и подвеска. Смотрите выпуск на лайв-канале, там про это есть подробнее. Вкратце, платформа T2X, а подвеска с адаптивными амортами. Третье – в салоне, а точнее сам салон. Потому что это, на мой взгляд, произведение искусства. Убрали все лишнее с центральной части, добавили красивых и приятных кнопок, необычный классный монитор, и бас выглядит круто, ощущается уже как в яхте. Четвертое, кстати, руль и то, что за ним. Сам руль очень приятный, с сенсорными кнопками, а селектор КПП перенесли за него. Там же расположились и лепестки. Пятое. Эргономика. Например, вот раз козырек, вот два козырек. С той стороны то же самое, а у кресла пассажира самое интересное. Креслу пассажира тут, похоже, водитель даже позавидует, потому что у него есть выдвижная нижняя часть, атаманка, есть массаж, а про электроприводы, думаю, даже вспоминать не стоит. Как вам Exeed RX, обязательно пишите в комментариях, нам интересно.